С Киркоровым случилась беда. Он не может пережить. Как-то в одном из интервью Алла Пугачёва откровенно призналась, что ее брак с Филиппом Киркоровым был большой ошибкой, ведь певец ей никогда не нравился как мужчина. Филипп же, в отличие от Аллы, тяжело переживал разрыв. У него были нервные срывы. «После развода с Аллой я очень много думал, почему так произошло. Может, я недостаточно уделял внимания моей семье? Почему положил на алтарь искусства все личное, включая самые счастливые дни в браке? Меня бросало, кидало в разные стороны. Я был на такой серьезной грани, уничтожал себя, как летчик-камикадзе, входил в штопор, и у меня начались нервные срывы», — поделился Киркоров в интервью журналу Hello. Филипп Бедросович не всегда вел себя адекватно. Он мог оскорбить женщин, даже ударить, а однажды ему понадобилась помощь врачей-профессионалов. Поп-король лечился от неврозов в клинике Израиля. В итоге Киркоров понял, что спасти его может только любовь и забота о родных людях. «Мне так надоели эти метания, я так устал и понял, что единственное, что может спасти меня, это человек, которому я посвящу свою любовь. И этим человеком стала моя дочь Алла Виктория, а потом и сын Мартин. Очень сложно найти гармонию и с собой, и с окружающим миром. Я ее обрел только с рождением детей», — признался артист.